Всем привет, друзья! Сегодня покажу, как войти в скрытый инженерный меню на Mercedes 213. Для этого нажимаем кнопку Home, переходим в меню автомобиль и либо нажимаем и держим эту кнопку, либо вот ОК. Например, вот нажимаем и держим кнопку ОК на несколько секунд. Все, мы в дилерском меню управляем либо сенсором, либо отсюда. Но сенсора руля пипец как плохо управляется. Я потом сделаю обзор этого руля лучше сенсором. Кнопка назад и нажимаем либо на вот Tab. Здесь можно посмотреть информацию. Можно изменить настройки. Звук и так далее. Можно сделать сброс на заводские настройки, но если у вас нет серьезных какие-то проблемы, я не советую делать сброс на заводские настройки. В конце можно выйти из этого меню, нажимайте на End, либо на вот OK. Всем спасибо и удачи на дорогах!